Занимавшие опорный пункт в районе зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие вооруженных сил Украины с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшие к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделения загранотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады вооруженных сил Украины перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих. Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями загранотрядов. Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значит ничего.